Всем привет, друзья мои, всем привет из Канады. Мы сегодня идем в вот такой магазин, который называется Sporting Life. Мы сюда уже ходили один раз, я вам показывала, здесь продается очень много зимней одежды. Все пуховики, все куртки, которые у нас продаются, Canada Goose, все самые известные наши компании канадских пуховиков и курток, и пальто, которые продаются в этом магазине. И мне стало интересно, что же они продают летом. Ведь не пуховики же они продают летом, правда? Но я при беглом таком просмотре уже вижу, что очень много вот таких вот курток летних, легких. Видите, вот такого вот типа. Это какая-то компания Keyway, я даже не знаю. Платьица тут есть, оказывается. Смотрите, как интересно. Но это же не Canada Goose продает. Даже на сейле. Сколько оно стоит? Сослепу не вижу. 44,97. 45 долларов. Хорошенько какой размер large. Прямо мой размер. Мой размерчик. Слушайте, я вам тут пришла показывать спортивную одежду. А в результате все кончилось у нас платьицами. Смешно. Хорошенькие платьица. Посмотрите, какая прелесть. Вот же я не знала, что они летом, оказывается, продают здесь летнюю одежду. Зимой тут сплошные куртки. А, это компания Esprit. Вы, наверное, знаете ее. Сколько? 125. Ну, вон она, видите, на манекене. Нет, они, конечно, продают здесь пальто и куртки. Вот, видите? Это Moose Knuckles. Это очень известная канадская компания, очень дорогая. И вот сейчас летом они продают здесь их такие тоненькие курточки. Это, конечно, не пуховик. Да, вот мне просто было интересно, чем они торгуют летом. Вот эта куртка, кстати, классная. Могу этикетку нащупать. А, она на сейле и стоит... Так, надо мне одевать очки. 381, 382 доллара. Сейчас очки надену, точно посмотрю. Да, 382 доллара, сейчас я вижу. Ну, конечно, это никакой не пух. Вот такая вот куртка симпатичная. Видите, с поясом, с пояском. И они из двух цветов, есть розовый и есть черный. Вот такая вот курточка. Стеганая, просто на сейле. И тоже она стоит, тоже 380 долларов. 379,97. То есть вот летом они тоже продают куртки, тоже продают пуховики. Ой, не пуховики, а просто куртки, но продают их всякие такие вот летние, видите? Вот такая вот куртка. Я не знаю, что это за бренд. А, Soy and Kill. Я точно не знаю, как это произносится. 225 долларов. Но я знаю такую компанию, видите? Вот такой вот, это называется, по-моему, анорак или как-то так. Это не куртка, это не ветровка, а она вот на такой вот короткой молнии, вот здесь, видите, только вот тут. И с капюшоном. Это, знаете, для кемпинга, для походов в лес. Вот такая коротенькая курточка, хорошенькая на сейле, тоже этого же бренда. Стеганая, видите, симпатичная. На холодное лето, на холодные летние вечера и для походов. На сейле за 276. Все это сейчас на сейле, много чего. Дело в том, что в Канаде очень популярен такой стиль, очень популярны кемпинги, походы, ночевки у костра и все вот это вот дело. И для этого такие куртки 315. Интересно, она на паху или нет? Нет, вряд ли. Такие куртки нужны ночью, например, вот в лесу где-нибудь, в кемпинге бывает очень холодно. Но я думаю, что вот эти вот вещи здесь находятся еще с весны. Видимо, когда была весна, их повесили и не распродали. И вот сейчас летом их пытаются продавать. Ну и что я вам скажу, что если готовиться они летом, то это самое правильное покупать их сейчас. Боже, какая здесь музыка громкая. Я не думала, что здесь будет такая громкая музыка. Я как-то здесь была. Здесь было намного тише. И вот, например, место, где висели всякие Canada Goose. Вот сейчас висят футболки, разные джинсы.
Ну, в общем, спортивная такая одежда, но это интересно, какого бренда. Oak and Ivy. Я даже не знаю, что это такое, но видите, курток нету. То есть они зимой куртки убирают и оставляют вот именно вот такую вот спортивную одежду. И такие легкие, легкие тоненькие курточки такие на холодное, вот прохладное лето. Типа вот этих вот, да. Это компания Nobis. Я вам про нее рассказывала. 695. Господи, от их цен меня хватает Кондрати. У меня знакомая работает в этой компании. У нее есть огромная скидка. Вот видите, вот такая вот ветровка, такая военного стиля. У нее есть огромная скидка, чуть ли не 50-60%, 349 на сейле. Очень дорогая компания. Вот так она называется, вот такой у нее значок. Короче, она работает в этой компании, у нее есть скидка. Она может покупать, по-моему, 5 или 6 курток в год со своей скидкой. То есть себе, там, семье, друзьям. И 299. Ну, это такие легкие совсем куртки. И у меня одна знакомая купила у нее, попросила, ну, наша общая подруга, попросила купить ей куртку для себя, теплую зимнюю, вот пуховик. И вы знаете, она купила ей с этой скидкой со своей. И знаете, что произошло? Она у нее порвалась. Она в какой-то момент где-то зацепилась ею за что-то. Вот. И вы знаете, она отнесла, и ей бесплатно ее зашили, застрочили назад. То есть они как бы, у них гарантия на практически на очень много лет, даже на всю жизнь. Потрясающего красивого цвета морской волны. Причем, по-моему, это все юнисекс. Это не для мальчиков, не для девочек. $80. Это все могут носить. И видите, как она хорошо сделана. У нее здесь такая резиночка в боках. У нее здесь никого нет еще. Зимой здесь полно народу, потому что все ходят, покупают пуховики. А нет, это теплая такая. А сейчас никого нету. Девочки-продавщицы не знают, чем заняться. Поэтому кружат вокруг меня. Интересуются, не нужно ли мне что-то, их помощь.
бы не сделала музыку свою дурацкую потише, я бы им была благодарна. Но, вы знаете, я... Вот Nike, смотрите, какой футболка. Мне, в принципе, написали, что, может быть, можно их попросить насчет музыки уменьшить звук и громкость, но, во-первых, это обычно решение менеджера компании, ну, вернее, магазина, а не простых продавцов, значит, надо звать менеджера, просить у них, чтобы они сделали тише музыку. И я вам хочу сказать, что очень многие магазины вообще не любят, когда у них снимают. И пока я так вот тихонечко хожу и снимаю, и особо не качаю права, они еще как-то закрывают на это глаза. Но если я сейчас начну говорить, сделать тише музыку, мне YouTube за это самое не сделает монетизацию, то они мне вообще могут сказать, знаете что, дама, вам вообще тут нечего делать с вашими съемками, идите отсюда еще, вы тут хотите, чтобы вам музыку сделали тише. Поэтому я как бы не тихонько хожу, снимаю, и не это самое, права не качаю. Стараюсь особенно даже не светиться. Вот симпатичный белый. $42. Тоже очень белая, симпатичная толстовка. Худи, как у нас это называется. Вернее, она без капюшона, поэтому я не знаю, если толстовка, это, наверное, с капюшоном. Это все вот этого бренда Champion. Вот есть очень красивый цвет. Посмотрите, какой зеленого цвета. Какая красивая. Барбур написано на ней. Это вот название компании, и она стоит $80, 81. Ну, это такие вот цены примерные у нас. А посмотрите, какая она симпатичная и очень красивая вышивка. Это на самом деле вышивка, видите, золотая, барбур. Так, тут свитера продаются, в общем. Такие вот свитерочки, коротенькие. Ну, в общем, ничего такого особенного. Летняя одежда. На мое удивление, здесь продается такая вот обычная одежда, знаете. Я была уверена, что, поскольку магазин называется Sporting Life, я думала, что здесь только спортивная одежда в основном. И, ну, вот куртки, пуховики, зимние, вот такой вот. А так, в принципе, тут, видите, есть все что угодно летом. И одежда. Смотрите, какое пальто. Only. Компания. Я знаю эту компанию. Вообще $58. Видите, какая симпатичная куртка, но она extra large, большого размера. Такая вот стеганая. Но она огромная. Господи, хоть где-то что-то огромное. Они все такое мысеписечное, что ничего на себя не наденешь. Симпатичные штаны с начесом. Сейчас нужно покупать на зиму, а потом хватимся. Хватимся. А все будет дорого зимой. Поэтому, в принципе, видите, здесь они продают, и это хорошая идея покупать сейчас. Я даже не знала. Вот я буду знать теперь в магазине, потому что у нас обычно в летом во всех магазинах нету зимней одежды. Ну, вот всякие толстовки, теплые штаны, курточки такие. А здесь вот, видите, есть. И очень даже ничегошечки симпатичные. Есть варианты. Видите, какой цветочек. Билабонг. А, Билабонг — это известная компания для этих серферов. Не могу вспомнить название. Ну и здесь вот купальники, конечно, продаются. Всякие шапочки, купальники, футболки. В общем, какие-то странные штучки. Я даже не знаю, что это такое. Что-то шлепанцы, такая вот летняя обувь, $65. Да, там вот всякие бутылочки такие для, а здесь много очень оборудования для, видите, для кемпингов, для туристов. Видите, вот такие вот бутылки. Здесь вообще много всяких рюкзаков, шапок, носки, в общем, чемоданы есть, обувь там дальше есть. В общем, короче, много всего, что нужно вам, если вы собираетесь ехать в кемпинг, в палатку, на рыбалку, на дачу и так далее. Коттедж, как у нас это называется? У нас не называется дача, у нас называется коттедж. И вот Nike штаны за $80, такие вот оранжевые. Ну и всякие маечки симпатичные. Посмотрите, какой тоже
симпатичная. 80 долларов. Коротенькая такая, очень классная. Такая летняя. Такая толстовка, но молодежная. Видите, она... Типа, она, кстати, не такая уж и летняя. У нее довольно теплое утепление, хорошее. Опять же, вот летом для коттеджа вечером у нас бывает прохладно. Особенно туда, ближе к северу. Канадский север, это, знаете ли, вам не тяп себе ляп. У нас бывает очень прохладно. Посмотрите, какие красивые цвета. Сиреневые, голубые, вот такого морской волны. Красивые очень толстовки. И они по 42 доллара всего лишь. Слушайте, знаете, я... Видите, написано, что 40% скидка. Может быть, я потом, попозже, не сегодня, в другой раз приду сюда себе что-нибудь посмотреть. Потому что у меня, я когда поправилась, у меня все толстовки мне стали маленькие. Сюрприз, сюрприз. Все, девочки, на этом я с вами закончу сегодняшний мой репортаж из спортивного магазина, который мне было интересно посмотреть, что они продают. Это Esprit компания. Esprit за канадских. Так, здесь цены всех абсолютно, в общем, 55 фунтов, 69,99 евро, а наших денег и нету канадских, смешно, да? А, вот здесь, 109,95, 110, вот так. Короче, дорого. Короче, девочки, я сейчас возле этого сундука с вами попрощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Мой репортаж из канадского спортивного магазина. Что продают летом и что можно купить летом в канадском магазине для спорта, туризма. Всем пока!